Завершен эксперимент по выпуску выращенных в неволю беркутов в дикую природу. Напомним, что в июне этого года был завершен первый этап проекта «Внеси свой вклад, сохрани природу». Цель – восстановить популяцию исчезающего вида хищных птиц в стране. Специально из Алматы наш корреспондент Амина Смакова. 5 сентября этого года были вывезены 4 беркута в дикую природу. Все это время с самого рождения пернатые хищники находились в специально построенных облеточных вольерах, где учились самостоятельно добывать себе пищу, наращивать мышцу и общаться только с дикой природой. Выпущенные хищные птицы были выведены в питомнике Сункар. Орнитологи подошли к этому с большой ответственностью. Браконьерство стало причиной того, что популяция беркутов с каждым годом сокращается, а ведь эта птица является символом Казахстана. Беркут вообще птица очень, можно сказать, что особенная. Она гордая, она сильная, она сложно размножается, она очень осторожная. Поэтому к этому проекту мы подошли с большой ответственностью. Место, куда были высажены хищные особи, было выбрано не случайно. Птиц выпустили на волю в охотничьем хозяйстве Манул, в 200 километрах от Алматы. Это территория хозяйства Манул, которая охраняется. То есть въезд туда просто так въехать туда нельзя. Места очень труднодоступные, как вы видели, еще раз повторяюсь. Поэтому там наименьшие шансы, что птицы наших, то есть изловят там кто-либо, либо убьют. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Мы, как я уже сказал, мы будем за ними наблюдать. По мнению опытных специалистов, проект «Внеси свой вклад, сохрани природу» имеет хорошее будущее. Беркуты, выращенные в искусственных условиях, за короткий срок без проблем адаптируются в дикой природе и могут самостоятельно добывать себе пищу. Исходя из предварительных наблюдений результатов, которые мы получили на сегодняшний день, можно сказать, что наш эксперимент в рамках проекта по сохранению популяции и восстановлению численности беркутов в Казахстане имеет будущее. И в дальнейшем он может стать одним из хороших методов восстановления беркута в Казахстане. Организаторы проекта обещают, что это не последняя работа по восстановлению популяции исчезающего вида хищных птиц. Уже в следующем году стартует новый этап этого проекта. По окончанию мероприятия были проведены небольшая экскурсия по питомнику и грандиозное шоу с участием беркутов. Участникам были показаны охотничьи способности хищных птиц. Профессиональные беркучи провели мастер-класс по дрессировке этой гордой непокорной птицы. Амина Смакова, Жаслан Амандыков, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.